Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. В полиции есть служба, сотрудники которой ближе всех к людям. Они первыми приходят на помощь, решают самые разные житейские проблемы, их знают в лицо, к ним обращаются, когда необходимо уладить конфликтную ситуацию. 17 ноября исполнилось ровно 100 лет со дня создания службы участковых уполномоченных полиции. Поздравить сотрудников Щелковского отдела участковых полиции пришли представители администрации городского округа. Туда идут люди те, которые не просто вот они пошли служить в полицию, да, а это ребята идут, которые осознанно, зная, что с чем, как и когда они столкнутся. Поэтому от их работы зависит благополучие граждан. В Щелкове служат 74 участковых уполномоченных, среди них 14 женщины. Находясь на участке, ему может поступить любой вызов, от любого может обратиться гражданин. И он должен вовремя как бы сориентироваться и принять обоснованное законное решение и правильно помочь гражданину. На юбилейный вечер были приглашены и ветераны службы. Майор в отставке Любовь Чуйкина более 37 лет прослужила в полиции и начинала свой путь участковым уполномоченным. Если к ним приходит человек со своими какими-то вопросами, бедой, сделать все, чтобы ему было легко, и чтобы он всегда надеялся на то, что человек в погонах – это человек, который поможет в любой момент. На торжественном собрании участковым уполномоченным были вручены грамоты и благодарственные письма за труд и профессионализм. Подарок состоялся праздничный концерт. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.